Здравствуйте, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Дарт. Сегодня мы посмотрим книгу «Динозавры. Энциклопедия со стереоиллюстрациями». Значит, вначале здесь был постер трехмерный. Покажу его в конце видео, но вообще на задней обложке книги здесь он показан. То есть, как он выглядит. Поближе покажу. Типа, ну, там движущиеся картинки были. Интересно, в конце посмотрим. Просто замято показалось, что там что-то есть. Книга, в общем, короткая. Сейчас бликует у нас тут. Так, ну эти блики, конечно, никуда не убрать, только если как-то вот так показывать. В общем, здесь идет описание динозавров. Вначале здесь вот первая стереоиллюстрация, то, что вот мы ее вращаем. Здесь меняются континенты. Ну и каждый фрагмент отдельно описан. Идем дальше. Здесь анатомия динозавров показана. Книга большая, поэтому буквы будут расплываться, если вот так вот крупно смотреть, поэтому буду подносить. Информации, конечно же, мало, то есть эта книга такая чисто визуального характера, общие какие-то данные здесь указаны. Так. Потом вот на охоте. Здесь показано, как динонихи тинантозавра атакуют. Как они видят, вот различные факты. И вот опять стереоиллюстрация. Здесь показано, как динозавр орудует когтем. Так, давайте смотрим. А, во-во. Он пошел ее вверх, поднял и опустил. И убрал полностью вниз. Следующий у нас самозащита, то есть как травоядные оборонялись от хищников. И опять стереоиллюстрация. Показано, как стегозавр орудует хвостом. Ну и опять же все описано здесь. Потом вот вперед, то есть как они двигались. То есть такие, как таковой энциклопедии, где описание конкретных динозавров, здесь такого не будет. Здесь чисто общая информация вот, про детенышей, как они внутри яйца выглядели, вот как заботились. Социальные какие-то различные функции, там вот гребень и прочее. И вот про птерозавров здесь немного. Есть информация. Опять же, стереоиллюстрация показана, как он летит. Ну, это прикольно, конечно. Естественно, про морских рептилий они тоже не забыли. Вот ихтиозавры, плезиозавры. Вот показано, как он плывет. И опять же все описано. Потом их вымирание, соответственно. Кошка там орёт. Это, собственно говоря, все. То есть всего 22 страницы в книге. Больше чего нет, помимо постера. Постер сейчас мы посмотрим. Надеюсь, это видео вам понравилось. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, вступайте в группу канала. Ссылка будет в описании. Увидимся в следующем видео. Всем всего хорошего, до скорых встреч и всем пока. Как и обещал, в конце показывал плакат из книги. Вот, значит, это Тираннозавр Рекс. Тут такое полное или краткое описание. Мы, ну, в конце книги видели, как он выглядит. Вот я вам... Сейчас тут, конечно, вы буквы не увидите, я приближу, потом все покажу. Просто в целом, как вот он выглядит. Довольно тоже крупный плакат. Значит, начнем с этого фрагмента. Устройство челюсти. Вот здесь челюсть тираннозавра достигала 1 метр в длину. Там, ну, вот сами читайте, да, что-то написано. И вот здесь такая штучка. Можно подвигать. То есть прикольно на стену повесить, например. Ну, здесь полный разбор скелета. Вот куполообразный череп, все по цифрам. Лапы, конечности, это все объемное, то есть вот руку могу засунуть. Челюсть тоже объемная. Мелкие зубы. Вот сам окаменелый зуб показан. Ну, то есть строение скелета здесь указано, все такое. Что вот эти номера значат, кстати, тоже вот тут болтается все. Одна нога пропечатана, получается, это вот. Это типа объемненькая. Хвост тоже, кстати, можно складывать. Но он складывается, когда вы этот плакат убираете, чтобы он не поломался.
Для чего эти цифры, которые мы видели, здесь идет описание. Вот там вот была первая цифра на черепе, вот, пожалуйста, здесь описание черепа, его полная длина. Потом вторая цифра была на передних конечностях, их описание. Третья цифра была на грудном отделе. Четвертая была на тазобедренном суставе. Пятая на задних конечностях. И шестая хвост. Вот здесь информация такая. Ну и последнее, что есть на плакате, это вот внутреннее строение тираннозавра. Тут его сравнение с размерами человека. И вот так вот это поднимается, написано внутренние органы. И вот здесь по цифрам сейчас сфокусируется. Различные внутренние органы. И здесь вот описание, что есть что. Тут плохо видно, но тут цифры. 1, 2, 3, 4. Ну, вот как-то так. Как такой плакат. Только, по сути, ради него можно эту книгу брать. Если она еще есть в прокате. В прокате, говорю, в продаже.